Самой престижной награде планеты исполнилось 120 лет. Академик Николай Семенов получил Нобелевскую премию по химии в 1956 году за исследования в области механизма химических реакций. Николай Семенов стал основоположником химической физики. Она изучает физическое воздействие химических веществ, например, горение и взрыв. В каких областях знания нашла применение теория цепных реакций Семенова? Варианты ответа: в физике, в химии, в энергетике, в создании ядерного оружия. Теория цепных реакций, разработанная Семеновым, нашла применение во всех перечисленных и во многих других областях. Это единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии. Его именем названы улицы в Москве, Саратове и Тюмени. Нобель был убежден, любое открытие оставляет в сознании людей неизгладимый след. А значит, в следующих поколениях еще больше людей сможет изменить культуру к лучшему. Дерзайте!